Какой я врач? Невролог. Я доктор-гинеколог. Я врач хороший. Я врач-невролог. Уролог. Колопроктология – основная моя работа. У меня не было другого выбора, как стать кардиологом. Все мои легендарные учителя, они были кардиологами. Я с самого начала как-то понимал, что, ну, не хирургия. Хотя очень хотел пластическую хирургию. Я пришел в больницу Боткина, меня в шею укусил уролог. С тех пор я стал урологом. Если я вышел за эту дверь и встретил свою копию, не знаю, как бы мы подружились, но держались бы рядом точно. Да не дай бог. Дружить с самим собой – это, наверное, слишком тяжелая история. Ну, во-первых, мне надо было с ним сделать бы две вещи, я полагаю. Поиграть в теннис и потом сходить в бар и выпить по кружке пива. Я бы с таким человеком подружился. Наверное, я бы сказал себе, родной, учи лучше английский язык. Если бы я был едой, и бы меня бы кушали, да, то я бы, конечно, был едой, во-первых, приятной. Низкокалорийной, разумеется. Помидор. Я бы, наверное, была помидором. Хороший вопрос. Хотелось бы, конечно, быть таким том-ямом, но в жизни я буду таким хорошим, классным борщом. Три качества для врача. Во-первых, это, наверное, сострадание. Критичность. Врач сегодня должен быть мудрым. Это сопереживание. Понимать свое место в профессии, понимаем, что мы работаем для пациентов, а не пациенты существуют для врачей. Второе качество, здесь, мне кажется, доброта и терпимость. Эмпатия. Врач должен быть честный. Культура и вежливость. Еще бы назвал я бы третье качество – коммуникабельность. Это внутренний профессионализм. Потому что только ты знаешь, какой ты на самом деле профессионал. Врач все время должен смотреть вперед, все время должен искать новую информацию. Не зацикливаться на финансах. Любить результат своего труда. Только не подумайте, что это пафосное заявление, действительно так.